Харьков, 28 ноября 17 год. Интересная мне идея в голову пришла. Когда снимаешь на ходу, то есть в буквальном смысле в руках держишь фотоаппарат и несешь, очень сильно дрожание передается на камеру. А сейчас у меня фотоаппарат на штативе, он пускай легкий пластиковый, но какое-то сопротивление тряски создавать будет. Попробую сейчас просто со штативом вот так принести и посмотреть, есть ли эффект. Насколько будет уменьшено дрожание. Потому как если идешь на открытых пространствах с камерой в руке, то есть дрожание удаленных объектов еще как-то переносимо для глаза. Но когда идешь по улице, вблизи домов, или вот стен, они дрожат просто недопустимо. Не они, конечно, изображение скачет. То есть просто не за камеру держусь, а за ножку штатива, за центральную ось штатива. Получается, штатив выполняет роль балансира. Если будет эффект, приторочу еще вниз что-нибудь массивненькое, потому как пластиковый штатив, конечно, масса имеет маленькую, соответственно, и инерцию маленькую. И попробуем таким образом избегать трясучки. Воды, думаю, более чем достаточно.